Здравствуйте, друзья и гости моего канала. В этом видео я расскажу, какую елочку я делаю на Новый год. Молодую елочку срубать жалко, поэтому я спиливаю ветви у большой ели. У взрослой ели ветви более пушистые, чем у молодой. И еще я выбираю ветви, где есть шишки. Дома ветви надо поставить в ведро с водой и связать их в форме елочки. Вот такая елочка у меня получилась. А сейчас мы ее украсим.